К другим темам. В семье 58-летний мужчина упал в открытый колодец и умер. Инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы 14 февраля. В настоящее время компетентные органы устанавливают, кому принадлежит колодец и кто понесет ответственность за гибель мужчины. 14 февраля ранним утром охранник одного из частных агентств обнаружил исчезновение своего коллеги 1962 года рождения. Через два часа, заметив неподалеку открытый колодец, вызвал полицию. На место происшествия прибыли сотрудники и работники спасательного отряда. По прибытию было установлено, что возле колодца, расположенного в микрорайоне Карагайлы, находятся сотрудники полиции и производилась откачка воды в данном колодце. С помощью спасательного снаряжения альпинистского спасатели спустились на дно колодца, и был извлечен труп мужчины и поднят на поверхность и передан сотрудникам полиции. Как рассказали спасатели, крышка люка была наполовину закрыта куском фанеры и запорошена снегом. Судя по всему, охранник не заметил его, делая обход территории. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело. Был факт. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется следствие. Стал ли трагический случай следствием нарушения правил безопасности труда? Кому принадлежит открытый канализационный колодец? Установить это в течение 10 дней предстоит специальной комиссии, созданной областным управлением инспекции труда. Сауле Байгалиева, Нургуль Садыкова, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».